Здравствуйте, в эфире программа «В теме» и я, Евгения Леднева. Предприниматели с торговых рядов на улице Фрунзе выступают против сноса своих торговых палаток. Сегодня они встретились с директором департамента имущественных отношений Тульской области Андреем Слепцовым. Вообще встреча с предпринимателями не планировалась. Поговорить с чиновником пригласили журналистов. Но взволнованные предприниматели узнали об этом и не смогли пройти мимо, что неудивительно. А вот присутствие там депутата Тульской областной думы Алексея Хревяка вызывает вопросы. Депутат успокаивал предпринимателей, убеждая их в том, что без работы они не останутся. Им предлагают площади в торговых центрах, либо на центральном рынке. Одним из доводов Алексея Хревяка стала забота о здоровье предпринимателей, ведь торговать на улице холодно и некомфортно. Тем временем предприниматели предоставили тульским новостям документы, которые свидетельствуют о том, что Алексей Ольховик требовал закрыть эти торговые ряды на протяжении почти 10 лет, когда был директором фрунзенской ярмарки. В частности, в 2006 году он жаловался мэру Тулы, тогда еще Владимиру Могильникову, на неподобающее санитарное состояние улицы Фрунзе и условия торговли. А в 2008 году Алексей Ольховик обращался в прокуратуру Советского района по вопросу организации ярмарки выходного дня. Так чьи же интересы преследует Алексей Ольховик? Судя по реакции предпринимателей, доводы депутата их не убедили. Одно дело – красивые слова, другое – официальные документы.